Рота ДПС Анапы проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная улица», в ходе которого ведется усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения, в особенности пешеходами в темное время суток. Как показывает практика, пренебрежение элементарными правилами может привести к серьезным увечьям, а иногда и к летальному исходу. Очередная авария, в которой пешеход получил серьезные травмы, произошла на трассе у железнодорожного вокзала. Женщина, управляющая автомобилем Kia, сбила пешехода, переходившего проезжую часть дороги в неположенном месте. Пешеход в тяжелом состоянии доставлен в отделение реанимации центральной городской больницы. Поразительна беспечность пешеходов, которые продолжали переходить дорогу не по зебре, видя собственными глазами последствия. Поэтому пока один инспектор рота ДПС оформлял ДТП, другой наряд составлял административные материалы на лиц, перешедших дорогу в неустановленном месте.